В Твери продолжается обработка улиц дезинфицирующим раствором. Работы проводятся в основном ночью. Специальным раствором обрабатывают проезжую часть и остановки. Муниципальное предприятие ЖЭК работает в круглосуточном режиме. За окном за полночь, а специализированная техника приводит в порядок улицы, после чего дороги и остановки обрабатывают специальным дезинфицирующим средством. Администрация города Твери организована работа по дезинфекции улиц и остановочных павильонов на маршрутной сети областного центра. Сегодня ночью обработано 37 километров дорог, а также 27 павильонов, находящихся в центральной части города. Данная работа будет продолжена в ежедневном режиме. Работы в основном идут ночью, чтобы не затруднять движение транспорта и не создавать дискомфорт для жителей города. Данный раствор безопасен для людей и животных и соответствует необходимым требованиям. Дорожную сеть и остановочные павильоны обрабатывают специальным дезинфицирующим раствором, который рекомендован Роспотребнадзор. Раствор производится на Тверском водоканале. Обрабатывать город таким образом планируется каждую ночь. Помимо этого, в Твери в круглосуточном режиме работают 8 бригад по сбору и вывозу смета. Также с этого четверга увеличены объемы поливомоечных работ. Город продолжает умывать от пыли после осенне-зимнего периода.